Да-да, Валерий Константинович, именно в наклонку. Мы так и подумали. Короче, вот так напихали, как попало. Вот так. Типа на этой горе, или что это назвать, как можно, на куче на этой. Ну, так, наклонку. Ну, а что остается делать, не выкидывать же это все добро. Понятно, что, скорее всего, все это окажется там же, в печке. Ну вот, но долг велит. Наклонку. Вот говорят, надо сильно водой проливать, нет? Как думаете? Мне кажется, проливать. И так вроде бы влажно сильно. Наклонка так или еще побольше наклонка? Ну, я думаю, что нормально так. Если что, можно будет укрыть чем-нибудь.